Искусство во все времена помогает людям стремиться к светлому будущему. В этом уверены артисты и организаторы праздничного концерта для тех, кто скоро окажется в зоне проведения специальной военной операции. В гости к мобилизованным приехали известные артисты театра и кино. Они спели популярные военные песни вместе с залом. Но я должна, думаю, что согрею немножечко своими песенками и сама отогреюсь. Вообще мы сейчас их встретили на улице. Ребята ждут нашего концерта и такие веселые, радостные. Вот. Так что надеюсь, что будет взаимная любовь и обмен. Ну, я даже не сомневаюсь. Помимо Анны Артамоновой, мобилизованных мужчин приехали поддержать известные певицы, актрисы театра и кино Ольга Будина и Ольга Панюшкина. Артистки с мая выступают для солдат не только в концертных залах, но и в госпиталях. Они знают, какие слова подобрать и какую песню исполнить в любой, даже самой тяжелой ситуации. Зрители это чувствуют. Все прошептанные тайны ночи, каждый сделал все, что мог, но об этом помолчим, помолчим. Алексей Макеев пришел на концерт вместе с семьей. Ему, как и всем мобилизованным, привезти на праздник родных и близких разрешил командир. Для бойцов это стало лучшим подарком. Это необходимо, я бы сказал. Почему? Потому что поддержка от народа, поддержка от простых граждан, она просто нам необходима. Вы не представляете, насколько мы рады, то, что пришли сюда. Видим, можно уже сказать, гражданские лица, потому что мы уже стали военнослужащими. И мы безумно счастливы, что находятся такие люди, которые делают для нас такие мероприятия. Во время мероприятия ульяновцы также смогли обратиться с вопросами к работникам соцзащиты. Работали волонтеры всероссийского проекта. Светлана Карпухина, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.